42 серия. Так выглядят мои ноги в спальном мешке. Дальше у меня треугольная форточка. Это задняя часть палатки изнутри. И давайте откроем. Так, первая сетка открыта. Створка. Пальма и сосна. Это мое утро в Аликанте. Пасмурное воскресное утро. И такое оно и будет весь день. Привет. Поприветствуем сонного Дмитрия в Аликанте. Так, я сегодня спал. Под пальмой и сосной одновременно. Необычное сочетание, правда? Ну и буду собираться. В 100 метрах есть кафе закрытое, где можно зарядиться. Что я вчера вечером и делал. Уютное воскресное утро в Аликанте. Люди занимаются спортом. Сапы, плавание, каякинг, догинг, пиросинг, госусинг. Но это все я шучу, конечно, про собак. А также экскурсии. Скорее всего, на месте этого прибрежного трамвая будет пешеходная велосипедная дорожка. И она будет нырять вот в тот туннель. И где-то там я спал. Мой перекус сегодня.
Мак-кафе, взял кофе и круассан. Буду здесь работать и заряжаться. Нормальная скорость интернета, смогу закачать несколько фильмов для вас. Вы знаете, что мне еще нравится в навигаторах? Что они ведут коротким путем через такие закоулки. Вот смотрите, никогда бы я сюда не повернул. Ведь тупик же. Но это тайный выход на другую улицу. Привет. И из тишины я постепенно выхожу на оживленную улочку. Оп. Классно. Нравится так ходить. А иначе бы шел по центральным улицам. Подъем с уютными номерами. Естественно, я не ищу легких путей и поднимаюсь в крепость Санта-Барбара пешком. Какие красоты! Субтитры сделал DimaTorzok.
No nos ve nadie. Ну что, как вам место? Кофеечка выпьем здесь? Думаю, кофеек с чайками будет то, что надо. Друзья, хочу с вами кофеечка тут выпить. Будете присутствовать или нет? Все, приступаю к готовке. А вы когда-нибудь варили кофеек на крепости в Аликанте? Нет? Приступим. А обратно я уже спустился на лифте. Бесконечный туннель к лифту. Ну что, здесь я довольно успешно зарядился, поработал, и теперь могу выдвигаться дальше в путь. Прогуляю вас по вечернему Аликанте. Не могу поверить своим глазам. Ёлка!
Елка уже стоит. И не где-то на Северном полюсе, а здесь, в теплом городе Аликанте. Красота какая. Ну все, точно Новый год приближается. Они достигли своей цели в моем восприятии. Вот он этот маркетинг праздничный. И это просто дежавю утро. Войные как бы и пальмовые. Не находите аналогию? И аллея фикусов невероятной толщины. Если вам тоже нравятся приключения, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также поддерживайте финансово и становитесь ангелами пути.